Всем доброе утро, ребят. Ну что, всех с Рождеством. Не знаю, кто как его встретил, пережил или переживет. В общем, у нас сегодня 7 число. Поехали посмотрим, что у нас по рынкам. И заодно, я думаю, сделаем по 450. Так, ну и ждите интересных сегодня видосов, думаю. Поговорим про обнову и прочие изменения в битве замков. Так, что у нас есть? Новый пак. Что-то сегодня вообще печально. Походу опять чуваки, как и с Новым годом, провтыкали что-то и что-то пошло не так. Нету паков за 100. И других тоже паков нету. Ну. Так, большой пак. Ой, ничего вообще интересного нет. Паки добавили за 5 баксов уже. Пак за 5 баксов. Сундуки. Да, сегодня что-то у них однозначно пошло не так. Спрингвилл. Коллекционер. Ну, коллекционер тут без спору реально очень крутой. Dead Drake. Ну, плюхи хорошие. Панда. Вот таким вот образом я уже показывал. Ну, странно, что половины акций нету. Тут, конечно, вот панду сложнее, наверное, вытащить. Сейчас доролим 100. Ему надо куда-то девать книги потом. И значки почета. Синих штук 10 повыпадало. Но, как видите, ни одного, ни другого мы не вытащили. Ну, сейчас здесь сделаем. Вот, пожалуйста, за 450 сразу же. Ладно, я не буду это считать за конкурс. Конкурс мы на русском сервере проводим. Но, вот видите, плюхи очень крутые. За 450 с первой тычки сразу же все забрали. Такс. Хорошо, поехали на немецкий сервер, чекнем, что там есть. На Айзе тоже ничего такого нету, единственное, гляну, или там есть паки. На Айзе захожу, как только просыпаюсь, потому что с телефона удобно. Так, сейчас, ребятушки. Так, немка, что-то добавилось. На Айсе, ребята, есть найм за найм X10 за 1500. Ну, также нету больших паков. В общем, не загуляли, походу. Такс. Тут ничего такого нету, зато здесь есть вот это вот акс. Точнее, фонтан, ну, просто космический фонтан. С монетками. Пока мы выходим 1 на 1. 3 на 3. 3 потратил, 3 получил. Но даже так это все равно лучше. Просто бывают никогда, бывают умножения. Можно намного больше получить. Да, видите, сегодня что-то вообще странно. Что-то пошло, походу, у них всех не так. На Тайване, наверное, тоже. И самое интересное, что это все в такие праздники. Новый год, Рождество. Значит, завтра будут крутые плюхи, скорее всего. Может, нас сейчас еще на русском сервере удивлят, не знаю. $60,500. Да, то же самое. Нету. Просто тупо нету.
проверим. Акции заодно. Это все донатные. Да, тоже такое себе. Инди, ну спасибо за конфету. Видите, прям сыпет. Поехали на русский сервер. Сделаем сейчас. Может здесь приустановить плеер. Глючит последнее время. О, нифига себе, ну. Вот это да! Ребятушки, подарок к праздникам на русском сервере. Очень странно, что он есть на русском сервере, а нигде больше нету. Это просто IGG, там, не знаю, локализаторы русского. Это просто, знаете, это, наверное, самый крутой подарок за 2019. Наверное, не то, что подарок, а сюрприз за 2019 и за начало 2020. А русский сервер просто удивил. 1000 самоцветов. 4-е сундуки, 10 пальцы, там камик рок 5-й. Но сама суть, что только здесь есть, на остальных серваках сегодня этого нету. Ну, наверное, из-за того, что там католики, у них уже все это было до, куча разных плюх. Но на русском сервере сделали такую локализацию. Ну, красавчики, я надеюсь, еще сейчас что-то увижу. Круто. Спасибо. Удивили. Вот, реально, знаете, больше не от подарка, а от удивления. Веселый набор. Я посмотрим. Специальный 1+1. Чарующие изменения. Подарки тут. Это донатная акция. 100 бонус. Временные акции. Награды. Castle Clash. Магазин скидок. Поехали посмотрим. Ну, магазин скидок, понятно. Здесь... какаха полная. Ну, стирачка 1200, он со скидками. Парящий остров. Так, VR. Понятно. А лисичку добавили. Поехали посмотрим. Нифига себе, смотрите, что делается на русском сервере. Что это такое? Мэри за полпака, но это, наверное, дорого, ее дешевле можно было собрать. Огники, нифига себе, ребят. Но если я сегодня успеваю, то у нас сколько там, 2 недельки в запасе, и два победителя, надо будет с ними списаться. Точнее, лучше вы напишите мне сразу, чтобы я вас не потерял. И 2 недельки у нас получается, даже 3. С нового года будем считать, сделаем. В общем, 3 видосы с нового года. Это отдельная история. И возьмем 2 недели. Хотя нет. И неделю. Нет, 2 недели до. В общем, с видосы с 15-го, там 16-го до нового года. Это 2. И с начала года до сегодня. Это еще 1. В общем, 3 еженедельки и победители, которые угадайку сделали за 450. Ну, что я могу сказать? Русский сервер удивил, реально удивил. Я в шоке. Так, хорошо, поехали. Посмотрим за 450. Угадает ли кто-то у нас сегодня еще. Давай, перетаскивайся. Так, давайте жмакаем 450, и я пойду открою видео. Бум. Ледяха, тритон. В принципе, нормальный кристалл. Посмотрим. Так, это видео, комментарии.
Так, что там у нас в людях? А тритоны кристаллические. Все вчера отдыхали хорошо. Так, ищем. Палач, тритон, слизень. Синий слизень, панда, циклоп. Блин, так рядом все. Палач, шаман, палач, нет. Синий слизень, ледяной королева. Очень рядом. Две синих слизни, немка лучшая, палач нет, синие слизни, ледяной дьявол, шпрот очень тоже рядом был, панда бочка нет, циклоп нет, ледяной летяха, панда королева змей нет, наемный убийца, так, фиолетовая слизнь нет, циклоп, синий слизнь, ледяной дьявол. Очень много ребят. У нас тритон. Тритон, ребят. Шаман, посмотрите, сколько ребят рядом было. Палач, синий слизь, наемный убийца. Палач, тритон. Синий слизняк, наемный синий. Королева змей. Ангел. Панда, тритон. Синий слизь, тоже рядом. Андрюха почти рядом. Но видите, когда синие и зеленые падают, очень рядом. Бочка слизь пазна, кристаллический циклоп одержимый. Панда тритон. Так. Оборотень. Так, ледяной наемный. Королева змей эктоплазм. Ледяной дьявол. Королева змей. Шаман. Нет, новый календарь, палач, фиолетовый снизу. Ну, видите, к сожалению, сегодня за 450 никого нет, но очень много рядом было. Ну, что я могу сказать, на русском сервере нас сегодня удивили. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите завтра очередного розыгрыша за 450. Постараюсь, если сегодня получится, записать видос с условиями, что я там придумал себе. Всем удачи, всем пока.